я обращаюсь к тем, кто увидит мой ролик. Вот это то, что мы делаем и как кормим животных. Мы забираем отходы с боен, с магазинов. Это жир, это кости. К сожалению, этого очень мало. И зерносмесь. Вот партия зерносмеси, которую мы взяли в долг. Мы не оплатили еще прошлый долг, но вынуждены были взять еще одну партию машину в долг. Ребята, в долг, потому что я не знаю, что случилось, но помощь почти стоит на месте. В день собаки съедают 7 биг-бэгов. Мы сделали то, что было в наших силах и наших возможностях. После того, как отравили наших животных, мы вынуждены были что-то думать сами. Мы нашли небольшую помощь. Нам помогли. Но, ребята, линия у нас не полная. Цех до конца не оборудован. И работа здесь тяжелая. Нам нужны спонсоры, которые могли бы нам помочь наладить не на продажу, для того, чтобы кормить приют. Ведь нас целых 3000, друзья, 3000 животных. Я обращаюсь к вам, к тем, кто меня услышит. Отзовитесь, пожалуйста. Помогите нам оплатить зерносмесь. Потому что вот это все, что вы видите для 3000 собак. Прошу вас, друзья. Я Христом Богом вас заклинаю. Отзовитесь, пожалуйста. Войдите в мое положение. Услышьте нас. Прошу вас. Лохматая душа обращается ко всем вам. Ребята, у нас весна. У вас, надеюсь, тоже. Только у вас нет вот такого огромного количества нерешенных проблем. Я прошу и обращаюсь ко всем вам. Пожалуйста, мои хорошие, отзовитесь. Очень много получилось из-под снега сейчас, поднимается мусора. Нам нужна ваша помощь, нужна ваша поддержка. Друзья, нам нужна зерносмесь для того, чтобы мы делали корм. Огромный долг за электричество и огромный долг по зерносмеси. Но скажите, мы сегодня покушали, а завтра? И так же самое животные. Они хотят есть. Я прошу и обращаюсь ко всем. Помогите нам, друзья. Пожалуйста, помогите просто накормить. Мы же не просим очень много. Вас миллионы наших соотечественников. И я обращаюсь ко всем. Всем, кто посмотрит наш ролик. Пожалуйста, помогите приюту. Ну, чисто по-человечески. Я вас очень прошу. Обращаюсь ко всем. Ко всем, кто зашел на страничку, посмотрел наш ролик. Не пожалейте 100 рублей для приюта. Прошу вас, не пожалейте 100 рублей для приюта. Прошла зима, наступила весна, а проблем меньше не становится. Наоборот, проблем все больше и больше. Друзья, сетка гниет. Очередная дырка, которую сейчас будем делать. Если мы ее сейчас не сделаем, собаки дорвут. Друзья, нам нужна сетка. Нам нужна перфолента. Нам нужны доски, мои хорошие. Я обращаюсь ко всем к вам. Самое главное, нам нужен корм. Дырки можно сделать любыми средствами, я согласна. А вот корм, ребята, из ничего не сделаешь. Нам нужна ваша помощь для изготовления корма. Пусть не такого шикарного, как у других, но, по крайней мере, животные сытые и не голодают. Благодаря вам, друзья, я обращаюсь ко всем. Пожалуйста, подпишите автоплатеж. 100 рублей, друзья, с вашей семьи. Включите нас в свои траты. Я вас умоляю, мои хорошие. Ну вот, и повар я, и плотник. Жаль, на мышей я не охотник, но дырку сделала хорошо. Пусть некрасиво, зато качественно. Да, красавицы мои, больше не будете рвать? Фу, все пальцы исколола. Ага. Ну ладно. Зато получилось. Ребят, нам, конечно, очень сильно не хватает рук. Нам не хватает помощи. Сетка, ребята, гниет. Буквально сколько? 6 лет, как мы сделали все это. И уже все расползается. Друзья, нам очень-очень нужна помощь. Сетка, хоть мы и брали 2,5 толщиной,
она не выдерживает сырости нашей и нашего климата. Она гниет, ребята. Обращаюсь ко всем. Нам очень-очень нужна помощь. Пожалуйста, друзья, сегодня 100 рублей, завтра 100 рублей. И потихонечку мы насобираем и на ремонт, и на корм. Благодарю вас за помощь и понимание. Что, мои золотые? А у нас весна, ребята. Да, мои красивые. Мамины. Да, ребята, у нас весна. У нас весна. Пройти невозможно. Пройти, ребята, невозможно. Рук не хватает. Фанеру привезли. Переложить некогда, потому что ребята заняты с животными. Уборка, кормежка, вода. Вот, сейчас буду кем? Эквилибристом. Это просто... Начали разнос корма. Ребята, нам очень нужна помощь. Нам очень нужна помощь. Ну как же так, а? Ну неужели... Неужели мы не люди? Ну что же нам делать, люди? Отзовитесь, пожалуйста. Ну что, ребята, у нас сегодня небольшой субботник. И как раз мусор к нам заехал. Убираем. Убираем, потому что после зимы, ребята, грязь накапливается всегда и очень много. Ребята, мелкий мусор в мешке. Ведра убираем. Мальчики, пожалуйста, все железо, все убираем. Вытряхивай. Хорошо. Ничего. Потихонечку все наладится. Друзья, нам очень нужна машина гравия. Или мелкого кирпичного боя. Может быть, кто-то мог бы нам помочь подарить. Ребята, это очень важно. Вот эти болота, если мы отсыпем, то, по крайней мере, здесь у нас хотя бы болота не будет. Друзья, я вас очень прошу, если есть возможность, может быть, кто-то сможет подарить нам машину гравия или машину мелкого боя. Была бы искренне благодарна, друзья. Просто искренне. Спасибо, мои хорошие.